смотрите, что бывает в аквариуме. 2 недели назад привезли нам местные ребята рыбок. Смотрите, красавцы, да? Но рыбки приболели. Приболели конкретно, и приходится их лечить. Вроде 2 недели плавали, все хорошо. Добавили мы соли, довольно так плотненько. Ну, соль не помогает так эффективно. Покажу вам, какая болезнь. Смотрите, у меня комплексная. Сейчас все вот так вот. Смешанная инфекция, да? Вот. Установили мы точно, что это и есть болезнь. И чем мы будем лечить? Это ФМЦ. Кто знает, тот знает. Это самодельный такой раствор. Метиленка добавляется. Ну, три компонента. Вода будет сразу такого синеватого голубого цвета. Кстати, с очком взял, зачеркнул нечаянно 2 дня назад и в другой аквариум опустил. И что получилось? Что занес инфекцию в другой аквариум. Не 2 дня назад, а, наверное, дня 3-4, я так понимаю. И занес инфекцию в другой аквариум. Так что обязательно у нас стоит ведро соленой, просто нереально соленой воды, как на морском. Как в Израиле. Мертвое море на морском. И вот тогда убиваются бактерии. Тут барбус, кстати, зачесался. Парочку рыб уже полегло. Нет, не парочку, тут уже штук 7, наверное, погибло, к сожалению. Но приходится их лечить. Так что сейчас мы добавим ФНЦ. Хотел вам показать, как вода просто сразу же меняет свой цвет. Добавим ФНЦ. Смотрите, я просто вот этот процесс хотел добавить, потому что вода просто смоет. Давай. О, видите, какой он? Просто возьмем сейчас аккуратненько. Вот, это я вам добавил. Смотрите. Бабам. Туда-сюда. Оп. Смотрите, как я еще почищу сюда. Все, ничего не осталось. Посмотрите, как вода просто фантастически даже приобретает такой даже не голубоватый, синеватый, голубоватый цвет. Ну, как камера передает. И только вот это может помочь. Это очень эффективное средство по поводу многих-многих болезней. Если кому-то надо будет рецепт более точный, как его делать, я с удовольствием его напишу. В ролике не рассказываю, так как профессионалы знают, что делать. Отойди, как мы, любители, будем пробовать. Но рыб обязательно надо лечить. Если не лечить, то будет гибель. Сейчас вам покажу, видите? Ну вот там лежит. Ой, ну что поделать. Вот это, как говорится, будни разводни, что рыбки болеют, да и в простом аквариуме болеют. А когда постоянно к нам приходят какие-то новые, то постоянно что-то получается. Так что вот эта книга такая архивная. Таких-то только заболеваний нет. Ну, это так установить, потому что и так люди, которые занимаются всю жизнь аквариумистикой, они уже практически смотрят на рыбу и понимают, что к чему и почему. Так что, ребят, это коротенький ролик, как я добавил ФМЦ в аквариум. Покажу через пару недель, как рыбка вылечилась, выздоровела. И вы все увидите сами. Спасибо, что вы смотрите, подписывайтесь на канал, поддерживайте. Большое вам спасибо, друзья. С вами был ваш чудак и рыбомонстр. Друзья, вот по поводу ФМЦ. Читайте, смотрите, нажимайте на паузу, как вы можете приготовить сами в домашних условиях, если у вас есть все так называемые ингредиенты, приготовите смесь и будете лечить своих питомцев. Так что, друзья, очень ценная информация из источников еще, как говорится, 30-40-летней давности. Друзья, как мы знаем, сейчас ничего толком в кафе не сходить, а вот такие вот пиццы шикарные можно заказать. И вот у нас в Латвии приложение Bolt World, и какие пиццы, покатались на горочке. Сейчас я сладкую пиццу съем.